Доброго времени суток, друзья! Поздравляю всех с наступающими праздниками! Ну а у нас сегодня на обзоре будет один из проектов Arma 3 Altis Life, остров с названием Тиранос. На данный остров я уже заходил более года назад, делал на него обзорчик, на тот момент мне не очень понравилось. Ну вот хочу перезайти, посмотреть, что изменилось, тем более, что на острове было добавлено много изменений. Был вайп, поэтому посмотрим, в общем, посмотрим. Ну и как всегда, это их визитная карточка, очень красивые менюшки и очень красивые заставки. Этому автор всегда придавал, видимо, какое-то отдельное значение, поэтому заходя на остров, вы всегда встречаете, вас встречает, вернее, очень красивые, как видите, удобные менюшки, легко читаемые. Ну давайте зайдем, посмотрим, как там все выглядит, что из себя теперь представляет данный остров. Вот одна из меню нам гласит, что есть нововведение типа «Умный дом». Ну, это мы, наверное, посмотреть не сможем. Ну, а вот то, что мы сможем посмотреть, это новое меню входа в игру. Ну, интересного тут на самом деле-то особо ничего и нету. Просто нажимаем ковалу и входим в игру. Место появления игрока не изменено. И год назад, когда я здесь был, место появления было то же самое. Да и менять данную позицию я не вижу смысла. Персонаж сразу же появляется в ковале и сразу же все видит. Поэтому это на самом деле хорошее решение. Ну а сама ковала немножко поменялась. Не могу сказать, что очень сильно, но она поменялась. Вот этого храма я раньше не видел. Ну а так, автор, в общем-то, выполняет все в своем же стиле. Далее же мы видим карту. Карта изменена. Изменено, вернее, все. Иконки, надписи, ну, в общем, изменения в карте стопроцентные. Но изменилась ли она в лучшую сторону? Вот тут спорный момент. Год назад, заходя сюда, я смотрел эту карту и показывал ее. Выглядела она вот так. И заметьте, это цветные иконки, разбитые на категории. То есть оранжевые категории иконок — это добыча и переработка, зеленые — это там нелегальные. На каждой иконке нарисован инструмент, с которым можно было взаимодействовать на данном объекте. Магазины отмечены тоже в цвете. В общем, было разделение по цветовым категориям. Красный, зеленый, оранжевый, белый. На данной карте ничего подобного мы не видим. Изменен шрифт, изменено масштабирование карты. Изменено все. Теперь выскакивает надпись в момент, вернее, когда вы наводитесь на магазинчик, и тогда загорается надпись. Надписи все черные, все, ну, очень плохо читаемые. Менюшка не подверглась никаким изменениям, она также полуфункциональная, она только отключает и включает соответствующие иконки на карте. Ну что радует, осталась метка персонажа на карте, то есть открывая карту, вы всегда видите свое местоположение. Это зачастую очень сильно помогает игрокам разобраться в карте. Ну давайте посмотрим, что еще есть. Стандартные магазины. Ну, скорее всего, и стандартный набор лицензий, или что тут еще может быть. Вот этот магазин я не понял. Скорее всего, это для каких-то VIP-персон данного острова, потому что, ну, мне, как видите, ничего не показывает. То ли этот магазин еще пока не задействован. Обычно в VIP-магазинах вообще ничего не показывает. А тут меню включается, но почему-то ничего нету. Смотрим далее. На своем обзоре я говорил, что человек неравнодушен к заборам. Да, вот посмотрите, на прошлом было огромное количество заборов. И, в общем-то, стоял бар в том же месте, где и сейчас. Вот так выглядит ковала нынешняя. Заборы, заборы, заборы. Лично я не разделяю любовь автора к заборам, так как это банально убивает видимость и в какой-то мере прозрачность окружения. Плюс ко всему, заборы мешают в доступе к объектам взаимодействия. Например, в продаже овощей, плодов в магазине. Далее видим всю ту же модель магазина, также окруженную изгородью. Убрали только мебель. В общем-то, магазин остался тот же. Я вижу, что поменяли шкурки для ботов. Сейчас снимем денежки и пойдем посмотрим уже поподробнее, что там внутри этого нового старого магазина. Денежки получили. Вот, как и всегда, у них отличное меню персонажа. Да, видите, и денежки, и их потребности. Все выглядит красиво, крупно. Ну, это, как я уже сказал, визитная карточка данного проекта. Ну вот магазинчик, а вот новые шкурки. Новые шкурки у ботов выглядят ярко, свежо. И надо сказать, что и анимированы они еще. Посмотрите, как выполнено меню магазина. Модели представленного товара в крупном, полномасштабном размере. Я такого не видел. Это первый проект на моей памяти, где товар и модели товара представлены в таком крупном виде. Далее мы смотрим ассортимент для крафта. Надо признаться, что огромное количество, видимо, ударение поставлено на крафтинг на этом проекте.
Потому что, ну, очень много всего. Сам же магазин, как и на всех проектах, абсолютно голый, без всяких детализированностей. Ну, а меню лицензии выполнено в том же стиле. В принципе, ну, набор лицензий все тот же. Стандарт, можно так сказать. Набираем то, что нам нужно быстренько. Нам нужны основные лицензии, категория Б, дальнобойщики. Там потом, может быть, посмотрим еще на домовладельца. Проверяем, в планшете появились или нет. Ух ты, посмотрите, как выполнен планшет. И это уже вторая фишка этого проекта, которую я вижу впервые. Вот чтобы так было всплывающее окно, я такого не видел. Выполнено все в таком легко читаемом, доступном виде. Прикольно, вот, действительно прикольно. Такие нововведения радуют. Я всегда приветствую отношение к мелочам у разработчиков. Давайте смотреть дальше. Одежда. Одежды, как мы видим, огроменное количество. Но тут удивляться нечему. Остров, как мы знаем, не новый. Он существует приличное время в онлайне. И я думаю, за время его существования уже у автора есть огромный запас моделей одежды. Поэтому остается только выкладывать, выкладывать, добавлять. Ну, одежды много. Тут и сказать нечего. Одежды много, есть интересная, есть симпатичная. Но это все дело вкусовщины, кому что нравится. Если не нравится эта одежда, то для владельцев, так сказать, VIP-доступа какой-нибудь там категории, я не знаю, сколько здесь категорий VIP-ки, но для них есть отдельные магазины, которые я, кстати, показать вам не смогу, у меня VIP-ки нету. А если нет VIP-ки, то не увидишь даже ассортимента. Кстати, вот это один из минусов вообще, в принципе, проектов. Почему-то нету доступа, если у тебя нету лицензии категории B там, или C, ты не увидишь даже транспорта. Но есть некоторые острова, где не имеет, ты можешь хотя бы посмотреть. Но вот этот проект не относится к ним. Здесь, если не имеешь випки, то и не увидишь. Если не имеешь лицензии, то тебе ничего и не покажут. Хотя зря. Ну, есть и аксессуары, как мы видим, да. Есть и кепочки, и шапочки. Но нас интересуют на самом деле рюкзачки, потому что больше мы ничего покупать не будем. Я всегда беру последний по списку. Потому что, как всегда, информации никакой о рюкзаках нету. И всегда почему-то последний рюкзак желтый. Поэтому я на всех своих видео бегаю с желтым рюкзаком. Ну вот сюда мы будем продавать, если, конечно, пойдем, плодово-ягодные ресурсы. Но не знаю, пойду ли я собирать. Посмотрим. Далее у нас что? А, ну это хозтовары. Здесь будем приобретать всякие кирки и тому подобное. По количеству инструментов можно понять, что на этом объекте весь инструментарий разбит на категории добычи ресурсов. То есть, если это добыча меди, значит кирка. Если это какие-то огородные действия, значит это тяпка. Ну, песок, лопата там, соответственно. Вот кто-то, видимо, себе кострик здесь разжег. Ну, а далее, наверное, займемся просмотром, какой есть транспорт на этом проекте. Видим магазинчик. Магазинчик, ну, не то чтобы он меня удивляет, он просто как-то убогенько смотрится, когда он стоит один. Он обычно стоит в совокупности с другими домами. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что есть в этом магазинчике. Выполнено так себе. Два левых мне ничего не показали, а вот в этом вот, в этой вывеске, как видим, вмещено сюда весь транспорт, разбитый на категории. Ну, вот одна из категорий. Это, так сказать, легкодоступный, наверное, транспорт, да? Моделек немного. Немного, но я напомню, что здесь 4 категории. Мотоцикл отдельно, начальный транспорт отдельно, более такой уже крутой транспорт в отдельную категорию выведен. Есть очень много мотоциклов. Ну, не то чтобы очень много, но мотоциклы присутствуют. Но надо сказать, что мне не нравится вождение мотоциклов в арме. Самой механики мотоцикла в арме как таковой нету, поэтому мотоцикл ведет себя как-то, ну, не похоже на езду на мотоцикле. Нету физики даже этой. Поэтому я никогда не пользуюсь мотоциклами. Ну, почти никогда. Только на тех проектах, где мотоцикл это единственный доступный транспорт, я ездил на мотиках. Но выглядит это, конечно, ужасно. Но это на любителя. Кому-то нравится гонять в арме на мотоцикле. Ну, вот уже, видите, другой класс представлен. Машинки все, слава богу, в черном цвете. Обычно бывают в белом, там вообще ничего не рассмотреть. Но здесь автор сделал в черном цвете. Есть покраски также. Есть VIP-транспорт. Вот это гаражный массив. Ну, тут, как видите, изменений минимум. Я бы даже сказал, вообще нету. А вот магазин грузовиков стоит совсем нестандартно, рядом с гаражом. Такое я тоже вижу первый раз, чтобы сюда ставили магазин грузовиков. Выбор грузовиков тоже, как мы видим, невелик. Я не знаю, есть ли здесь VIP, грузовики, но грузовичков немного. И большинство из них, это, как видите, вот стандартный КАМАЗ,
Это Хельмут, или как они там называются, вот, это тоже стандартная техника, армовская. Ну и добавлены вот модели КРАЗа. Еще есть модели Мерседесов. Все они, естественно, представлены в виде кузова и в виде цистерны. Ну, всех остальных характеристики вы видите. Моделька Мерседеса. Ну, на самом деле, такой не видел. То я здесь ее вижу первый раз. Вот такой Мерседес встречается достаточно частенько на разных подобных проектах. Ну, как видите, небольшой выбор, да, небольшой. Может быть, здесь есть где-то магазин VIP грузовиков, я не знаю. Мы это еще потом посмотрим. Но так как с денежками у нас тяжко, идем работать на почту. Не могу сказать, что мне очень хочется это делать, но придется, потому что что-то тут с денежками у меня пока не очень хорошо. Ни на что, как вы видели по ценам, мне уже не хватает. Давайте заодно посмотрим, как здесь выполнена почта. Почта находится в стандартном месте, но называется она почему-то по-другому. Здесь какой-то лис. Смотрите, как выполнена эта коробочка. Это я скинул рюкзак, но здесь текстуру рюкзака заменили на коробочку. Вот так выглядит форма. Кстати, прикольная. Прикольная форма, вижу первый раз. И посмотрите, какой у нас транспорт. Нифига себе. Вот это красота. Это красота, слушайте. Не видел ничего подобного. Это уже третья фишка, которая удивляет меня на этом проекте. Посмотрите, как выполнено. Ну вот. Просто низкий поклон разработчику этого мода. Подошел просто вот. У меня слов нету. Ну красиво, красиво. Это нестандартно, это красиво. Ярко так. Давайте сядем, прокатимся на этом деле. Машинка и внутри выполнена неплохо. Ну, внутри я такие машинки видел уже. Добавлены какие-то скамеечки вот сзади. Ну, красивая машинка, красиво. Есть некое отражение в зеркалах, хотя оно у меня отключено, оно не работает. Но здесь оно просто нарисовано. Ну, давайте выезжать и смотреть, как это действует механика вообще уже в игре в самой. Надо выбрать, как я уже показывал. Ага, вот точки выпадают рандомно. То есть на большинстве островов это можно делать вручную. Выбрать себе точку 1, там точку 2, сам выбираешь. Нет, здесь выпадают они рандомно. И еще надо сказать, что очень обалденно управляется машинка. Просто сказочно. Она быстрая, она, ну, стартует с места, просто управлять ей одно удовольствие. Мне очень нравится этот мод. Красиво. Я давно не получал удовольствия от езды курьером. Это в основном стандартные машинки. Здесь она просто удивляет. Она так отстреливает с места. Повторюсь, я уже давно не получал такого удовольствия от игры в арме за курьера. Это прикольно. Вот ее заносы, старт с места, здорово. Давайте посмотрим, как выполнены точки еще здесь. Ну, точки ничего такого не вижу. Обычный стоит контейнер. Сейчас мы тут возьмем посылочку, так называемую. Где-то здесь должна быть коробка. И посмотрите, коробку заменили на некий чемодан. Берем этот чемодан. Ну, дальше я уверен, что все так же по стандарту. Мы грузим его в наш фургончик. Красивый фургончик, надо отметить. Красивый, яркий. Давайте загрузим его. Так, вот мне еще интересно, может быть, разработчик сделал и модель внутри? Ну, чем черт не шутит, да? Нет, внутри, к сожалению, ничего нету. По-прежнему ничего нету. Мы грузим, а нигде больше не отражается. Ну и ладно, давайте отвезем нашу посылочку и заработаем хоть какие-то денежки. Ну, ведется и отстреливает машина, но ну, я не могу прямо. Ну, молодец. Еще раз спасибо автору за этот мод. Это приятно, это приятно. Посмотрите на эту красоту. Just wants a life for a baby. All on her own, no other come. She's gotta save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Ну а на этом, друзья, мое любование красотами этого проекта закончились. И настала суровая обыденность. Он ненавистный мною блокпост. Но только здесь любитель заборов сделал не просто блокпост, а целый город, блин. Он, кстати, немножко подрос с прошлой версии моего выпуска.
но, в принципе, стоит там же и выполняет всю ту же бесполезную функцию. Слава богу, один из шлагбаумов открыт, но вот второй, к сожалению, закрыт. И я вижу здесь присутствие полиции, а то значит, что надо машину приготовить к осмотру, скорее всего. Навстречу мне едет тоже грузовик, но, видимо, уже самих ментов это РП на этом месте заебало, потому что он открыл и уехал. Ну, слава богу, грузовик-то проехал. А я стою, то есть не знаю, там есть еще один полицейский или нет. Ну вот какой-то человек с автоматом, не знаю, что он здесь делает, открыл мне, понимая, что, ну, видимо, нету полиции, я-то этого не могу знать. Я поехал дальше. Бля, я не знаю, как я ненавижу эти блокпосты. Господи, кто когда-нибудь видел в жизни вот что-нибудь подобное? Я не знаю, зачем это строить? Что? Это целый полицейский город, бля. Ой, ненавижу их, ненавижу. Ну и на этом не закончились мои неприятности, ребята. Как бы некрасиво выглядела эта машина, этот мод, как бы не был сделан красиво. Я очень хочу надеяться, что это баг у меня, а не в самой игре. Но, занося посылки, заметьте, нестандартные места, у меня не появляется денег. Я делаю доставки, денег нету. Я очень хочу надеяться, что этот баг связан именно со мной, что у меня не хватает какого-то файла в игре. Не хочется, ну, рушить надежды людей, что вот этот отличный мод почтальона нерабочий. Заметьте, какие здесь точки доставки. Подмост. Ну, то есть автор подошел креативно, с душой к этому моду, но, к сожалению, за это не платится. И это не одна точка. Я пробовал и пробовал. Я перезаходил в игру, надеясь, что это у меня какой-то косяк. Но ничего не помогало. Все равно я доставляю, не доставляется. Я попробовал заправить машину, потому что бензин кончается. Она не заправляется. Но вот это, скорее всего, точно у меня, потому что я подъехал к полицейскому участку, я попросил полицейского заправить мне машину, он ее заправил. У меня, как видите, не заправляется она. Я сажусь в машину, бензина ноль. Я до вечера пытался доставить посылки. Заметьте, теперь посылка в виде пня. Ну, молодец, автор. Еще раз спасибо за такой мод. Денег как не было, так и нет. Я не знаю, в чем проблема. В результате у меня закончился бензин. Все, машинка встала. Мне ее так заправить и не удалось, к сожалению. Еще раз скажу, что я очень и очень надеюсь, что это ошибка какая-то, связанная с моим игровым аккаунтом. У меня, скорее всего, не хватает какого-то мода. Очень не хотелось бы, чтобы вот этот вот мод почтальона был дефектированный какой-то, дефектный. Ну, я в результате побежал пешком. Очень жаль, что все так печально закончилось. Но впереди еще много-много что можно посмотреть и что хочется посмотреть на этом проекте. Ну, а на данный момент у меня, наверное, все. Увидимся в следующем видео. Всего вам доброго.